Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, и сегодня мы с Соколом продолжаем играть в Rocket League. Всем привет. И да, вы сейчас спросите, кто такой Сокол? Да, это тот самый человек, с которым я записываю Rocket League уже третий раз подряд. Ну и что ж, погнали в Rocket? Погнали. Как вы можете заметить... Как вы можете заметить, у меня новые колеса прикольные, а также новый баннер, баннер Формулы 1. Он давался бесплатно. У меня тоже баннер, он всем бесплатно выдается. Да, он бесплатно выдавался в магазине. Блин, там такие тоннели вот с этими движениями, вот мне не очень нравится. Да вообще. Ааа! Что происходит? Нет! Чёртова камера на мяч! Блин, не могли кончиться. Да, вот я сейчас ставлю камеру на мяч. Ух, успел. Я вот сейчас ставлю камеру на мяч. Ты говоришь, что это удобно, так? Ну, для меня это удобно. Зачем я это сделал? Я позволю тебе успеть его отбить. Да. Ой, да господи. Я не попадаю. На. Вот так. Я вообще не было нитро. Вырублю эту камеру на мяч. Ну, играть все удобнее. Мне удобнее с камерой на мяч. Вообще, по идее, лучше всего переключать эту камеру. Что? О! Я не думал, что ты ударишь. Переключать эти камеры, типа, когда нужно камера на мяч, когда не нужно. Да. Я хорошо. Я всегда играю с камерой на мяч. Ну, раз когда нужно, значит, когда нужно. Черт, у меня опять турбо нету! Давай, полетел отсюда. Ой-ой-ой. Ух. Да! Еще и вантузом своим! Точнее, присоской! Ну, без разницы. Да. Очень вовремя ты мне придал ускорение, спасибо. Смотри. Да, я все видел. Как-то я не очень хорошо выбил мяч. Ой, что я сделал? Ой, не считал угол удара. Да. Ладно, ничего страшного, я так 3-1 выиграю.
Стоять! Да стоять! Как успел? Крюк! Крюк! А также нитро. А, окей. А! Хватит толкаться! Да! Ты че помешал? Ты меня просто затормозил! Я сейчас не хотел тебя тормозить, я случайно. Спасибо большое. Да не за что. Ты и так не забили, что? Да. А, вы издеваетесь. Ты неожиданно, как я вылетел. Да уж. Вот это сейчас по мастерски было. Да. Я потерял на этот вылез, чтобы его подхватили. Да. Я вообще думал, что промахнусь. Там успел ты. Я вообще думал сперва, что промахнусь. Потому что мне казалось, что я как-то не туда летел. Да блин, как? А вот так! Присосочка! Присосочка! Разве ты не флаг был? Что? Ты меня пнул! Ой, вот это ударно! Ты меня просто пнул! Вообще как? Так, нет. Стоп, что? Где я? Нет! Да как ты вовремя опять? Что? Почему? Давай еще раз. Давай еще раз. Wasteland. Прикольная карта. Ты мог сравнять счет, но вместо этого я преимущество в доме часть я обеспечил. Да, как-то я иду не очень уверенно. Не пинай меня. Куда? К воротам. Теперь к моим воротам. Что? Не помогла присосочка? Только не в мои ворота. Нет! Как я вообще не попал? Если бы ты попал, то я бы не успел кулак использовать, ты бы забил.
успел. А! А-а-а! О! Шоу. Летел. Вы издеваетесь? Я думаю, что он сейчас просто покатится в ворота. Потому что я как-то... Ой. Мимо полетел. О! А-а-а! Билки. Не получилось. А вот теперь получилось. Не, смотри, какая классная штука. Да я все видел. Пускай. Сокол вообще просто мастер в Rocket League. Ну это сколько в нее играю? Уже, наверное, не знаю, я начал играть где-то... Чё, в смысле, как он залетел? Я вообще не думал, что я забью. А что произошло? Отсмотри! А, ты вон поиграл. Я закрутил мяч в ворота. Играть начал, наверное, где-то летом прошлого года. А я играть начал не так давно. Начал играть вроде весной когда-то. Этого года. Стоп. Нет. 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 Отнял у тебя мяч. Нет. Что? Я не думал, что ты меня именно так вот пнешь. Я думал, что после использования присоски мяч залетит в ворота. Вот это что сейчас было? Это я забыл. Сейчас посмотрим. Это я. Это не ты, я забил. Ну да. Тихо. Ты меня бесишь. А! Вы издеваетесь! Теперь мне везет с купами. Что происходит? Я просто стоял на месте. Но мне у тебя не выиграть.
И сейчас мы поиграем в кольца и посмотрим, что выйдет. Только не умею играть вообще. А, да, можно поиграть в кольца. Ну, вот ты доступишь. Сейчас, ребят, я вам покажу, что такое кольца. Выбирай тоже рандомную карту. Сейчас. Кольца. А там нет карт вообще, там одна карта. А, ну хорошо. Данкхаус, одна карта. А, кольца это что-то наподобие баскетбола. Вот в это я вообще играть не умею. Если не ошибаюсь, вот сперва тут подбрасывают вверх мяч. А, я его не забил. Нет! Давай. Что такое? Да. Мы даже до овертайма, думаю, дотянемся. Да, до дополнительного времени мы здесь должны, видно, дотянуть. Да, вот такая вот стена, сквозь которую не может пройти мяч, но сквозь которую могу пройти я. Что такое-то? Как мы забились? Я почти! Да блин! Повыше мог полететь. На. Не знаю, как его подкинуть вот так, чтобы он прилетел точно слегка. Да. Как мне не делают? Давай! Отлично! Ну вот как мне теперь отыграть? Ну никак, все, я победил. Ой. Вот толкнул меня в очень подходящий момент. Очень вовремя ты толкнул меня. На! На! Хе! Не толкни меня. Моё нитро было. Ах! На! Мимо. Короче, надо въезжать в мяч прямо с ускорением максимальным. Бить по центру.
слабо. Тихо. Чёрт. Так, хватит толкаться. Ой-ой-ой. В смысле, ой-ой-ой. Он мог сейчас залететь в это кольцо. Если получше полетел. Нет. Вот видишь, я столько попыток предпринял. Мне никак не удается. Я тоже столько попыток предпринимаю, забиваю только один гол. Ну у тебя хоть какой-то результат. Да, вот я, вот так я в конце полетел. Так, а что теперь? Ну, я думаю, на этом можно завершать. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем удачи и всем пока. Всем пока.